мы к болезням не готовимся. К болезням мы их даже про них слушать не хотим. Обычно нет. Даже прививок не делаю, хотя очень многие советуют, но пока вот редко болею просто. Ту-ту-ту. Закаляться? Чего? Я в основном закаляюсь. Да никакая, либо заболею, либо не заболею. Ну заболею, вылечусь, не заболею, ну и ладно. Мы пьем витаминки, больше гуляем. Все, больше ничего не делаем. Иммунитет тренируем в течение года. Спорт, спорт, прогулки, свежий воздух. И витамины, витамины, конечно, витамины. И поменьше быть в публичных местах в дни эпидемии. Надо закаляться. Вот и все. Профилактика, это нужно заняться прежде всего своим здоровьем, я считаю. Вот, ну, заниматься спортом, соответствующие продукты питания, вывести более-менее такой здоровый образ жизни, в том числе касаемо это работы и отдыха. То есть нужно, если переутомился на работе, каким-то образом так организовать свой отдых, чтобы это утомление снять. Я считаю, что основная эта проблема заболеваемости – это вот утомляемость и неправильный образ жизни.